На 50% в Казахстане снизят ставку по утилизационному сбору для автомобилей и сельхозтехники. Полностью обнулить сбор, со слов Романа Скляра, нельзя. Это приведет к упадку отрасли машиностроения, а в страну начнут возить так называемый автохлам. Он также заявил, что 100 миллиардов тенге направят на льготное автокредитование отечественного производства. Всего 200 миллиардов тенге. Условия программы – 4% годовых и отсутствие первоначального взноса, хотя раньше он составлял 20% от стоимости. Ожидается, что больше 70 тысяч казахстанцев смогут приобрести транспорт по доступным ценам.